приемная, депутата законодательного собрания Холодова Антона Юрьевича. Слушаем вас внимательно. Я сюда пришла по жилищному вопросу, по вопросу детских садов. Вот хотим справедливости добиться. У меня жилищный вопрос решается. Жизнь его ребенка. На фотодокументы, то есть нашего плачевного состояния дома. Больше всего на этой неделе было вопросов, связанных с ЖКХ. Дом на улице Пригородной в Вологде построен всего 6 лет назад. А уже, по мнению жителей, нуждается в капитальном ремонте. Кровля не выдерживает никакой критики, как, впрочем, и осадков. У Ольги Сергеевны из поселка Кунаш Бабушкинского района проблема схожая, а именно прохудившаяся крыша у дома. И вроде нужно-то всего 3 листа шифера и несколько пар рабочих рук, но в местном управлении строительства кивают на недостаток средств. А вот родители, чьи дети посещают садик номер 80, не могут найти понимания жителями домов, во дворе которых и расположено образовательное учреждение. Собственники ограничили въезд во двор, установили шлагбаумы. И к дошкольному учреждению сейчас не проехать. А как быть спецслужбам, будем выяснять.